Согласитесь, приятно, когда мы приходим к другому человеку в гости, и там нас ждет приятная и чистая обстановка. То же самое касается и YouTube-канала. Очень часто люди подписываются на видеоблогеров, которые им нравятся, но происходит что-то, и люди просто забывают отписаться от канала. Так и получается, что у человека очень много подписок, 100, 200, 300 тысяч, но смотрит только 5, ну может быть 10 каналов. А для тех каналов, на которые он не заходит, он является мертвой душой и спящим подписчиком. То есть он вредит тем каналам, не смотрит видео, не лайкает видео, а просто находится мертв грузом. В итоге на такой канал обращает внимание алгоритм YouTube и начинает его хуже продвигать. То же самое, что если у вас большое количество подписок, то YouTube, он хуже понимает, что вам конкретно нравится. И если вы не отписались от прошлых каналов, то он вам периодически будет показывать ваши старые интересы и ролики со старых каналов. И получается, что вам уже не интересна эта тема, но видео до сих пор вам показываются. И вы их опять же не смотрите и портите другим людям статистику. Чтобы такого не было, нужно периодически отписываться от каналов и наводить порядок в своих подписках. Так будет проще, легче и вам, и тем людям, на которых вы подписались, но больше не смотрите их видео. В этом видео вы узнаете, как это делается. Итак, мы заходим на свой канал. Здесь мы видим свою аватарку. Это означает, что мы зашли под своим аккаунтом. Если это не так, то меняем аккаунт на нужный. После того, как мы попали в нужное нам место, мы смотрим сюда, в левую часть. Здесь мы видим либо такую панель, либо такую. Соответственно, при нажатии на эту кнопку появляются надписи. Нам проще будет с ними. Если мы прокрутим вниз, то увидим блок с подписками. И здесь мы можем посмотреть все подписки, которые только могут у нас быть. И внизу есть кнопочка «Свернуть» либо «Показать». Как вы видите, у меня их просто большое количество. Очень-очень много подписок, которые мне в принципе не нужны. И сейчас я покажу, как мы будем от них избавляться. Мы выбираем тот канал, который, как нам кажется, уже нам не интересен. Например, вот сюда. Убеждаемся в том, что он нам правда не интересен, вспоминаем, мы его смотрели вообще или нет, и если смотрели, какая тема, будем ли мы его смотреть, либо не будем. И здесь мы смотрим на кнопочку «Вы подписаны». Нажимаем сюда «Отказаться от подписки». Все, мы отписались. И в скором времени этот канал уберется из этого списка. Дальше нажимаем вот сюда, на следующий канал. Убеждаемся, что он нам не интересен. «Отказаться от подписки». И сразу же канал удаляется отсюда. Отписываемся так от всех ненужных нам каналов. Что здесь может быть полезно и интересно, это то, что когда вы просматриваете все каналы из этого списка, то бывает такое, что вы вспоминаете о том, что вы давно не смотрели тот канал, который вам интересен на самом деле, и на котором уже выпустились полезные видео. То есть, например, можно зайти, посмотреть какой-то видеоролик, и тогда вы, может быть, начнете заново смотреть какой-то канал. То есть, таким образом, вам нужно сейчас отписаться от всего того, что вам не интересно. Давайте проведем эксперимент. Изначально вы можете посмотреть, сколько всего у вас есть подписок. То есть, если вы развернули, то нажать на кнопочку «Свернуть». Здесь у вас будет какое-то количество подписок, можете их посчитать вручную. И еще здесь будет «Показать» и какая-то цифра. Соответственно, плюсуйте все это, и у вас получается цифра всех тех каналов, на которые вы подписаны. Проведите такую очистку. Удалите все каналы, которые вам не нужны, отпишитесь от них. И потом посмотрите, какая цифра получилась в итоге. Вполне может быть, что цифра уменьшилась в 2, в 3, может быть даже в 4 или в 5 раз. Очень интересно, обязательно пишите результаты в комментариях к этому видео. Желаю вам, чтобы на ваших каналах и ваших подписках всегда был порядок. Подписывайтесь на канал «Бесплатная школа видеоблогера». Смотрите обязательно ролики, ставьте лайки и пишите комментарии.